Ускорить доставку необходимого оборудования для нового дома культуры в поселке Лесной Елизовского района поручил глава региона Владимир Солодов. Губернатор с рабочим визитом посетил населенный пункт. Сейчас на объекте проводят внутренние отделочные работы. В пути находится недостающее оборудование, в том числе лифт. Владимир Солодов отметил, что доставка не должна задерживаться и объект должны открыть в срок. Глава региона поручил главе Елизовского района Сергею Тюлькину держать на контроле доставку оборудования и при необходимости ускорить ее. Ключевой объект этого года, реализуемый в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза, это Дом культуры со спортивным залом здесь, в поселке Лесной. Это очень удачная планировка, которая позволяет объединить зал на 100 мест и просторный, удобный, современный спортивный зал. По титулу это объект культуры, но на самом деле это многофункциональный центр, который уверен, что станет центром села. Сейчас стройка уже в завершающем этапе, строительно-монтажные работы основные завершены. Остается поставка ряда оборудования, сценического оборудования, лифта и остатка оборудования для спортивного зала. Объект должны сдать 1 октября. Затем проведут пусконаладочные процедуры и оформят документы. Как сообщили в краевом правительстве, контейнеры с лифтовым оборудованием для Дома культуры уже прошли российско-белорусскую границу. Сейчас груз следует в сторону Владивостока по железной дороге. Оттуда его доставят на Камчатку море. Отметим, что ДК в Лесном – это первый за последние как минимум 10 лет построенный объект культуры в сельской местности на Камчатке. До этого занимались лишь реконструкцией и ремонтом зданий и помещений.